Друзья, всем огромный привет. Мы сейчас ездили в город, привезли железо, которым будем обшивать заваленку. Я в прошлом ролике говорил, что железо у нас будет двух типов. Простое, гладкое. Вот те вот листы лежат. Они у нас уже подогнаны по размеру. И будут они ложиться у нас наверх заваленки. Здесь у них также сделан нахлест. Вот при помощи этого нахлеста 5 сантиметров мы будем это железо крепить к дому. И здесь сделан еще вот такой небольшой козырек. И листы профнастила. Здесь есть метровые листы, двухметровые. Их, соответственно, нужно будет отмерять, по размеру подгонять и отпиливать болгаркой. Они у нас пойдут вот сюда, вот сбоку у заваленки. Всем привет! Сегодня прибираю лук, сортирую его. Что-то у нас идет на еду, что-то идет на посадку на следующий год. Сейчас его немного шелушу и сразу прибираю по сеткам. Крупный уже почти весь выбрали. Сейчас займемся уже на посадку. Thank you.
много времени у меня ушло на то, чтобы напилить профнастил. Получилось у меня 8 вот таких вот листов по 65 сантиметров. Они здесь пачками лежат. Ими я буду закрывать вот здесь вот перед заваленки. Чтобы закрыть бока с этой и с той стороны, я пока железо не пилил. Это займет много времени, потому что там надо будет подгонять, все вырезать. Этим я буду заниматься уже в последнюю очередь. Сейчас хочу делать основную работу. Да, друзья, долго я провозился с этим первым листом. Была большая проблема попасть саморезом в брусок. И когда вот здесь вот сбоку вкручивал саморезы, пытался попасть вот в этот брусок, но никак не мог. А оказалось, что брусок-то находится в стороне, саморез просто до него не дотягивался. Я уже и сюда завернул, и туда. Здесь вот, вот эти вот ориентировался по этим саморезам. Этот выше, здесь второй, который шел, он ниже был. Я и так сделал, и сяк сделал, никак не могу попасть. В итоге пришлось отворачивать вот этот вот лист утеплителя, убрал его. Здесь вот такая картина. Значит, сделал саморезы. Я их пока еще не притянул, чтобы у меня этот лист потом нормально сюда встал. Вот, у меня здесь не затянуто. Все, и в итоге саморезы, которые будут прижимать железо, вот их в этот брусок сделал и в этот брусок. Сейчас здесь все закрепил. И вот этот лист, он у меня подлиннее. Вот эти вот листы, они по 65 сантиметров, этот 70. Соответственно, те двухметровые листы, когда распиливал, вот этот один остался. Я здесь земельку немного подкопал, чтобы не отпиливать. Потому что все, уже болгарку убрал, унес. Вот тут буквально 5 сантиметров подкопал, и лист у меня нормально встал. Вот этот первый я его сделал с загибом, чтобы потом здесь удобнее было доделать. Это все уже тут небольшой кусочек остается. И уже двигаюсь сюда. Сейчас первый лист сделал. Думаю, пойдет полегче. Уже можно сказать, как по накатанной. Тут буду ориентироваться по этим саморезам. Но тут, конечно, была просто огромная проблема. Долго провозился. Оно всегда надо сначала настроить. Все по уровню выставить. Чтобы потом уже продолжение шло нормально. Без всяких проблем. Если первый лист закосячишь, сделаешь его криво-косо, потом где-нибудь в середине уже плюнешь, все разберешь и будешь делать по новой. Так что лучше с первым листом повозиться, сделать его нормально и потом уже спокойно продолжать работу. Сейчас пожарила картошку с грибами и варю еще суп с клёцками.
печку натопили. Маруська спит. Сейчас на улице холодно стало. Намерзлась, пришла домой. Спать легла. Мне сегодня с заваленкой не сильно удалось продвинуться. В общей сложности я привернул 3 листа. Вот этот один изогнутый и потом еще 2 сделал. Это вот до полной темноты. Потому что сейчас уже в темноте там не получается работать даже с фонариком. Оставляю работу на завтра. Завтра ближе к обеду. После управы сразу же начну заниматься заваленкой. Я думаю, что завтра хорошо поработаю, потому что вот уже последний лист, в отличие от тех двух, особенно в отличие от первого, я там с ним вообще долго просто провозился, уже и так, и сяк, и тут отвернешь, вроде уже смотришь, начинаешь саморез загонять, и вот он прям вот над брусочком выходит, он его уже прям просверливает, но чуть-чуть выше, все там снова выкручиваешь, снова под другим углом загоняешь. То есть вот так вот. Но последний лист я сделал быстро. То есть уже прям чувствуется, что работа пошла, уже разработался. Завтра с новыми силами, со свежими, начнем дальше работать. Не хочется эту работу как-то разделять напополам, то есть не доделать заваленку, начинать копать картошку. Хочется уже прям эту работу закончить и начинать новую. И, кстати, про картошку. У нас сегодня жареная картошка, но уже не с подосиновиками, а с рыжиками. Вкуснятина, люблю рыжики. Наконец-то мы дождались рыжики, да. Катя их очень любит, я люблю. И с рыжиками еще что хорошо. Их просто взял, помыл, не чистить ничего не надо, просто помыл и уже там жаришь, паришь то, что тебе нужно. Эти рыжики нам дедушка привез. Он у нас все по лесам сейчас ходит тоже. За грибами, там, за ягодами летом. Вот, и нам рыжиков привез. Говорит, вот, пожарите, там, сварите, что вам нужно. Но рыжики это вот прям... Вкуснятина это с картошечкой пожарить, ух, вообще, либо какие-нибудь маринованные рыжики. Так что вот дедушка нас сегодня это накормил рыжиками, Катя тут пожарила. То подосиновики как-то уже приелись, у нас вон их целый лес, сейчас не знаю даже, есть еще, нет. Я много наморозила, но мне хочется самой сходить за рыжиками. Зиму будем еще есть. Наоборот, у нас тут рыжиков, кстати, вообще вот в наших лесах, тут местность не особо подходящая для них. Это надо вот ехать к Катиной бабушке в те края, там рыжиков у них очень много, там есть места, ну вот, кто, допустим, так скажем, не местный, приезжие, они там прям возле дороги собирают, но мы как-то не стараемся, но там прям, я это говорю к тому, что очень много грибов, прям недалеко от дороги, все обочины, все в грибах растет, там чуть-чуть от дороги отходишь, наверное, 10 метров, и уже начинаются грибы. Там сосенки молодые, небольшие стоят. Потому что там были поля, и сейчас они все заросли сосняком. Вот и сосняк растет, значит и рыжики растут. И они могут, как бы вот, в этом году есть, в следующем, там все растут, растут, 10 лет подряд рыжики есть, а потом на 11-й год их может не стать, потому что зарастает все, как бы местность, так скажем, меняется, и грибов не встает. Так, давайте пока супчик горячий, его очень хочется поесть. На улице вообще прям холодина. Осень уже такая чувствуется. Днем тепло, хорошо, жарко даже. Угу. А вечером уже все холодно. Ну и, конечно же, картошечка с грибами, пока горячая. И магия здесь не только в свежей картошке и грибах, рыжиках, но еще и в том, кто это блюдо готовил. У Кати оно получается просто вкуснейшее. Мне хватит. Давай. Спасибо. Еще немножко. Накладываю как себе, а у меня аппетит. Ого-го. На свежем воздухе поработаешь, потом естся, естся. Днем порой вообще просто с головой погружаешься в эту работу, там, например, с заваленкой работаешь или еще что-то делаешь. И хочется сделать как можно больше, успеть за день. Всегда хочется прям, ну, за день все сделать. И иногда это мешает качеству работы. То есть порой себя одергиваешь, думаешь, ладно, немножко там работу растянешь, сделаешь подольше, но зато качественно, то если торопиться, можно тоже там всяко налепить. Так, когда простая какая-то размеренная там работа в огороде, по хозяйству, что там понятно, спокойно позавтракал, пошел, поработал, пообедал, там оно даже как-то и по времени все совпадает, уже режим такой, и потом на ужин. А вот когда какая-то нештатная работа, она, ну, у нас, наверное, она постоянно тоже, часто такие дни бывают редко, когда просто вот
особо ничем не занимаешься, только вот по хозяйству дела, то вот даже порой на обед не заходишь, там забежишь, кружку чая выпьешь и думаешь, сейчас надо успевать работать. Зайду там чуть попозже, попью чаю, еще там поем. И в итоге приходишь вот так вот только на ужин. Но сейчас хоть темнеет, пораньше домой, пораньше заходишь. А летом там все. Пока не стемнеет, до ночи работаешь. С самого рассвета. Ну, летом, конечно, работы очень в деревне. Много мы с Катей пытались выбираться, то есть куда-то там ездили иногда, что отдыхать. Когда жара стояла тоже, там неделю, по-моему, да, вот прям пекло-то в июле. Ну, мы особо не работали, то есть и ремонт у нас весь стал, и все, потому что невыносимо там вот так вот просто с тебя целый день бежит, ты сходишь, умоешься, через 5 минут у тебя все уже под глаза уедает, и как-то особо так не это решили. В общем, в июле мы отдохнуть, там неделя у нас прям выпала, мы отдыхали, там в соседние деревни ездили, смотрели. Так просто, как экскурсия была, мы там в телеграм-канал у нас фотографии, ролики там видео выставляли, кто вот подписан, там смотрели. Так, но у нас сплав у нас в этом году не получилось. Как-то все, погода стояла, мы собирались. Там у нас должны были, у Кати подружки должны были приехать, но у них не получилось. И мы как-то так все откладывали. И еще река была мелкая. Ну и заросла она, самое-то главное. Заросла она из-за того, что была мелкая. В общем, все взаимосвязано так. Ну, вот как-то так вот. Так, на есть быстрее, пока не остыло. Потому что картошка, она вкусная, когда горячая. Ну что, Марусечка, готова купаться? Давай. Надо помыться. Ты валяешься, вся грязная. Давай, Маруська, хорошая девочка, давай. Надо уже привыкать к мойке. Для кошек купаться это целый стресс. Но у нас Маруська молодец. Ей хоть и не нравится, но она держится. Давай, садись. Не буду лить тебе никуда, не буду. Сиди. Давай, сиди. Да. Да, ну не больно же, ну. Да. Маруська уже как в сауне лежит. Все, давай уже сейчас. Уже все. Скоро побежишь. Но не сейчас пока. Все. Давай. Ополоснемся сейчас и пойдешь. Ну вот и все, Маруська, сейчас чистой водичкой ополоснешься и побежишь дальше. Сохнуть побежишь. Давай. Она злая. Не нравится. Вот она сейчас и спокойно себя ведет. Эти куски, которых вообще не затащишь. Помыться. Все. Давай лапочки еще промою. Да.
вот Маруська помылась. Сейчас будешь чистая. Ой, вылизывайся. Тебя укутаю, чтобы тебе было потеплее. Сегодня готовлю лечо, прибираю вот такие большие помидоры, перцы у меня как раз покраснели. Есть вот такой вот большой, он уже мягкий, где-то покраснел, где-то еще зелененький, но его уже нужно прибирать. И вот такие вот средних размеров, они полностью красные. Помидорки я нарезаю, можно также их пропускать через мясорубку, кому как нравится. Вообще рецептов лечо большое разнообразие, можно готовить по-разному, добавлять разные овощи, например, морковку, лук, перец чили для остроты. У меня будет ингредиентов немного, только помидоры, болгарский перец, соль, сахар, растительное масло, уксус и чеснок. В комментариях под видео можете написать свои любимые рецепты лечо. Я обязательно прочитаю и возьму для себя что-нибудь новенькое. Помидоры очень спелые, мягкие, в них много сока. Некоторые помидорки попадаются сладкие. Помидоры поставили на плитку и сейчас добавляем туда соль. Сахар. Перец горошком. И растительное масло. Попробуем по вкусу. По соли, по сахару хорошо. И стоит вариться. При помощи рулетки сейчас приноровился быстро работать. Измеряю, где у меня брусок. Сверху расстояние нужно брать 8 сантиметров, снизу 7. Сейчас вот отмеряем. 8 сантиметров. И здесь вот делаем отверстие. Саморез попадает точно в брусок.
редко, когда саморез уходит мимо, в сторону. Там чуть-чуть бывает повыше, пониже бруска. Так в целом все время в цель. Все, точно. Я уже пропользовалась ножами от Самура 2 недели. Ножи невероятно удобные, хорошо сидят в руке, и что самое главное, они долгое время остаются острыми. Я каждый день на кухне работаю вот этим маленьким ножом, и он до сих пор острый, как бритва. Ножи от Самура можно приобрести на сайте samura.ru по ссылочке в описании под этим роликом и во многих магазинах страны. Перца нарезали очень много. Он такой еще красивый. Это красный, желтый, зелененький. Одна баночка у нас получается неполная. Сегодня ее съедим. Добавим остатки.
какие хорошие яблочки. Они уже очень сладкие. Всю боковую сторону заваленки я закончил обшивать, сейчас буду заниматься крышкой. Здесь дело пойдет уже быстрее, потому что материал готовый и крепить его будет легче. Подольше провожусь только вот с этими местами, где выпирают бревна. Их всего 3 таких места. По углам и посередине. Здесь надо будет вырезать. Ножницы я у дедушки взял специальные по железу. Ими будет работать легче, чем болгаркой. В этом углу нам не придется вырезать большой кусок железа вот под это бревно, так как под бревном есть пространство. Нам достаточно будет вырезать вот такой вот кусочек вот этого загиба, и у нас лист уже зайдет туда, вот как вот этот кусок утеплителя зашел, все встанет плотно к дому. Я здесь сделал небольшой нахлест, сейчас отмеряем, так вот прям делаем под бревно. И вот этот кусочек нам надо будет вырезать. Все, и лист у нас уже плотно встанет к дому. Бревно идет на расширение, поэтому замеры немножко неправильные были. Сейчас тут надо еще подрезать. Для крепежа использую простые черные саморезы по дереву. Сначала хотел
делать с пресс-шайбой саморезы, но они смотрятся немножко некрасиво, потому что блестят, а эти более-менее под цвет железа и под цвет дома, то есть они не так заметны. На сегодня работу с заваленкой заканчиваю, не успел я ее доделать. Сейчас надо было вырезать паз под бревно. В такой темноте лучше этого не делать, потому что можно просто испортить лист железа. Тем более еще и железо-то темное. Так что оставляю работу на завтра, уже днем со свежими силами продолжу. Если бы была просто ровная заваленка, конечно, тут раз-два и привернул все. Но вот с этими пазами, конечно, неудобно. И просто если приворачивать, то это можно делать и в сумерках, и в темноте там с фонариком. Тут вот такая загвоздка. Ладно, оставляем работу на завтра. Сейчас еще заварил поросятам кашу на завтра. И мы с ячменя перешли на горох. Сейчас решили разнообразить для скотины еду. Ну и посмотреть, как им. Ну, в принципе, горох им понравился. Прям едят, козы едят с удовольствием, поросята. И вот такая каша получается. Сейчас вот ее заварил, прям горохом пахнет. Ее много работы, вот прям всякой вот этой вот работы, работы, работы. И так бы, конечно, если заниматься просто стройкой, то дело бы шло намного быстрее. Так в процессе, в течение дня постоянно отвлекаешься, то быки куда-нибудь уйдут, за электропастух вылезут, то козы убегут, то поросята, то надо вот им приготовить, всех накормить. И, соответственно, времени на это уходит много. И так вот между делом работаешь, и непонятно, то ли ты стройкой занимаешься и между делом хозяйством, то ли ты занимаешься хозяйством и между делом еще стройкой. Так вот, хорошо каша заварилась, и сейчас к утру она уже остынет, как раз будет. Ну что, вот, попробовали. Перешли на горох. Он хорошо заваривается. Скотина его вся, в принципе, ест с удовольствием.